Побратимы так навеки. Самара и Старозагора готовят огромную программу празднования годовщины российско-болгарской дружбы. На протяжении всего года в Самаре проводятся мероприятия в честь 140-летия Самарского знамени, 50-летия улицы Старозагоры и 60-летия по-настоящему родственных взаимоотношений между двумя городами. И этот год должен открыть новый уровень межгосударственных контактов России и Болгарии. Эта тема становится центральной на встрече главы города Олега Фурсова с болгарской делегацией. Сегодня Болгарию и Россию связывает не только общая историческая память, но и многолетний опыт сотрудничества в сфере культуры, образования, промышленности и экономики. Несмотря на события, происходящие сегодня в мире, мы будем продолжать развивать дружеские отношения между нашим городом и Старозагорой. Уверен, что найдутся и новые направления для нашего дальнейшего сотрудничества. О том, что 140 лет назад самарцы помогли братскому народу сбросить османское иго в Болгарии, не забывали никогда. Заместитель мэра Старозагоры Иван Касатирова рассказывает, с каким трепетом сегодня в городе относятся к знамени, которое 140 лет назад вышли монахини Самарского Иверского монастыря. Оно стало одной из самых почитаемых святынь на болгарской земле. Оригинал хранится в Национальном музее, и это единственное полотнище, награжденное орденом за храбрость. Всякая година на 3 марта. Мы отмечаем 3 марта национальный праздник Болгарии. В этот день происходит одно из самых важных событий. Мы переносим огромное знамя из центра города до монумента Самарского знамени на расстояние более 3 километров. Сегодня в Болгарии, как и в прежние годы, многие говорят по-русски, а россиян в болгарских семьях принято считать братским народом. За укрепление побратимских отношений глава города Олег Фурсов вручил награды. Это почетная грамота главы города и нагрудный знак. Сегодня у наших городов не меньше общих интересов, чем 30 или 60 лет назад. Так же, как в Самаре, одной из самых красивых считается улица Старозагоры, в болгарском городе есть свой самарский квартал. Мы хотим, чтобы самарцы переоткрыли вновь Старозагора, как не только как город русской славы, бойной славы, но как дружественный город. И там люди, которые они будут вас встречат как братья, как сестры. Слова Емила Христова можно расценивать как приглашение к тому, чтобы как можно больше самарцев посетили Старозагору. Ведь у России и Болгарии гораздо больше общего, чем с какой-либо другой страной. Похожий язык, одна православная вера, исторически сложившееся славянское братство. Очень много людей в Самаре могут просто в своих домашних архивах найти памятные фотографии, связанные с Болгарией, то ли с поездкой в Болгарию, то ли встречи с Болгарией. И это такая вот бытовая настроенность на дружбу, она гораздо важнее любого официоза. Олег Зверев, Артем Сулайманов, «События».